друзья, ну что, второй день нашей экскурсии по осенней Паланге. Я хочу с вами и с Миссани, вместе с Миссани поделиться, сколько воды понаехала в Палангу, чтобы еще раз посмотреть на море, на хорошую погоду, бабье лето, которое совсем нечаянно как-то пришло в Литву. Да, Сани? Сейчас я вам, подождите, попробую поднять камеру и показать вам людей. Осторожно, Саня, сейчас. Я боюсь упасть. Я боюсь упасть. Конечно, еще ветрено сегодня так. И холодновато. Тебе холодновато, Саня? А мне совсем не холодно. Я выше. Смотри, чтобы тут еще не было каких энтузиастов, которые купаются в море. Вполне я бы, знаешь, еще поверила в такие дела. Нет. Знаешь, как они там называются? Моржи. Моржи, да, моржи. Представляешь? Нет. Ну, ты знаешь, я бы тоже, наверное, если вот так хорошенечко... Миллион, если дальше, я бы... А, и за миллион только? Ну, я, наверное, и за меньше подписалась. А я нет. Я за лошадь там подписалась. И все, поняла. Вторая лошадь еще, да? Ну да, надо тебе и мне еще, и папе. Три, бесконечно, да. Ну, пошли, может, давай. Мне холодно, вот. Ай, ну давай тогда, встретимся тогда, где немножко теплее. Хорошо, Саня? Шал там, Анбишки. А мы сегодня с тобой очень поздно встали, кстати, да, Саня? Я так нет, а ты тогда? Это так спала и спала. Ну а когда выспится, если не у моря? У моря так хорошо спится тут. Мне да? Так сегодня не очень, не завтра. Вчера. Да. А, это шаманка опять, слышишь, играет там. Только покажи, сколько много тут людей. Ну вот, я показываю. Если хочешь, мы можем с тобой немножко пройтись там куда-то. А пошли-ка. Куда? Так пойдем, может, потом я папе обязательно скажу, чтобы он нас сегодня угостил суши. Я бы тоже хотела, наверное. Я тоже. Жалко только, что вот, потому что здесь солнышко, теперь-то классно было бы на улице сидеть. Я не хочу на улице. Ты не хочешь на улице. Вот тут, видите, Азия-экспресс, экспресс-писта. Ну, тут, конечно, вот тут вот. Очень вкусные суши. Самый вкусный в Паланге, наверное, суши где-то. Сани. Давай, Сани, мы, может, этому дяде дадим денежку. Папе выпрашивать. Попробовала включить, Сани, камеру я. Если я сейчас не упаду на велике вместе с камерой, будет круто. Я просто хочу вам показать, как здесь красиво везде. Листьев столько много, и Паланга такая стала красочной. Сани, как если я буду падать, как мне падать лучше? На бок. На бок, хорошо, чтобы камеру не разбить. Но лучше разбивай камеру. Если голову, да? Об голову как стукнуть будет, потом очень не смешно. Наверное, я так думаю. Я на это. Что? Он дед, который вот тут стоял, он нам махал. Нет, не видела. Он увидел, что мы снимаем, махал. Да? Класс. Тан-тан-тан-тан-тан. Саня, где ты? Саня, я тебя потеряла. Где ты? Я здесь. Ну давай быстрее ко мне. Вот я здесь. Ну все, тогда пока выключаю тогда. Короче, ехали с Миссани. Смотрите, какое красивое чудовище нашли. Я так думаю, что тут, наверное, летом фонтанчик работает или как. Ну очень-то прямо
суперски выглядит. И так он, знаешь, так реальный, ну, такой весь. Это варан или кто это такой у нас? Это нет, ну не нет. Мама, я сейчас буду падать. Короче, утки не хотят кушать батон, потому что они уже совсем не голодные. Но мы нашли других друзей, кто очень батон любит. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Давай, Саню, бросай. Сейчас я. Рыбёшки. Ну, не могу никак вот на камеру вот. Заснял. Вау! Вот, вот, смотри. Вот, смотри, вот, вот. Ой, сколько вот. Их там много, Сани. Давай, побрось больше, брось больше этого батона. Я хочу поснимать. Ты посмотри, сколько там этой рыбы, Сани. Слушай, давай, надо, знаешь, что, сумку какую-нибудь их оттуда всем взять. Не, ну это да, это да, это что-то. Вот где надо идти, слушай, за рыбой. Вот, смотри, вот. Нет. Видишь? А тут ходят люди куда-то там. Слушай, тут даже не надо было бы удочки. Ядром выбрасывать. Все. Ты посмотри, там их целое ну, море, я вижу, ты видишь? Я вот туда и бросаю, так. Там так нету. Мам, смотри, снимай. Знаешь, как в этой, как японские джакузи. Эти бывают, джакузи. Знаешь, эти такие. Это джакузи. Карпы японские, но они только литовские тут. О, подожди, я хочу прямо. Ну слушай, еще столько не видела. Это они как от. Как они тут так быстренько. Когда летом уже было все высушено, да? Откуда их тут или специально их тут заселили? Да. Слушай, знаешь, как видео назовем? Мечта. Начинающего рыбника, Саня. Ей даже интереснее кормить, если это. Ну, утки вообще, слушай. Если я попробую закидать, вообще. Мам, а? Если я попробую вот так здесь садиться, вот так вот, ну, и если она возьмет. Ну, давай. Давай попробуем. Давай. Осторожненько, только сама не упади туда. Ну, давай, будем пробовать. Вот. Давай. Ну, наверное. Если возьмет. Ну, давай. Шевели вот так этим батончиком. Крокодил, если за ручку не схватит, это вот, будет смотри, совсем супер. Смотри. Ну-ка. Приплывут, как ты думаешь? Ой, они ждут. Ну, не какие большие, Саня, ты видела? Они не маленькие. Если они так. Ну вот смотри. Вот. И эти прилетели. Чайки. Ну красиво. Супер. Угу. Красиво, Саня. Как красиво. Чайка летила. Батон. Давай его бросай. Так знаешь, воздух бросай, может. У-у-у. Класс. Еще будешь? Мам, брать? Может, туда поехать? Куда? Ну туда, где вчера были. Ну давай. А почему у них есть? Едят? И... Ну давай ты. Он даже такой же, вот смотри. Ну давай. Поехали. Включила камеру, покидаем Таиланды, уезжаем домой немножечко. И поэтому я еще немножко покушаю, да, Саня? Слушай, ну уже все, людей не стало. Да, все куда-то уже. Дует тебе. То, что мне теперь делать? Подожди немножко. Давай шапку здесь вот будет сушить.
Сейчас я хочу еще показать вот этот центр, центральную улицу и все. Тогда понемножку буду включаться. Все. Как-то вот так, да, Саня?